Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Как вы уже знаете, как вы уже заметили, нас с вами уже целый миллион. Это очень огромная цифра, это просто большое достижение. В первую очередь я хочу каждому своему подписчику выразить огромную благодарность, кто смотрит мои видео, кто участвует в развитии канала, кто пишет комментарии. Вместе мы с вами пришли к этой цифре. И это большое достижение. Я очень надеюсь, что мой канал полезен для каждого абсолютно, где каждый может найти для себя какую-то нужную информацию, помощь в определенной ситуации своей жизни. И я очень рада, что могу помочь каждому из вас. Но, как я и обещала, в связи с такой большой, огромной датой, с таким достижением я запускаю акцию, которую я обещала. Но вот именно сейчас пришло это время, когда каждый абсолютно подписчик сможет участвовать в данной акции. Итак. Акция будет состоять в двух частях. Первая акция это будут ответы на ваши вопросы. Ведь у каждого наверняка есть тот самый вопрос, на который хотел бы получить ответ. И именно каждый сможет его и получить. Это будет первая часть данной акции. Вторая часть ⁇ лично от меня сможет выиграть, получить книжку, но об этом чуть позже. Итак, первая часть акции ⁇ ответа на ваши вопросы. Условия идут такие. Вам достаточно быть, соответственно, подписчиком моего канала. Под этим видео в комментариях, естественно, будете писать вопросы, но есть некоторые условия, которые я хочу вам обозначить, чтобы было удобно и вам, и мне, соответственно. Под этим видео в комментариях вы можете написать свой вопрос, на который вы хотите получить ответ. Значит, первое. Первое, какое идет условие? Перед тем, как писать свой вопрос, вы должны поставить свой порядковый номер. Это нужно для того, чтобы ни вы не путались, ни я, и чтобы каждому удобно было найти ответ на свой вопрос. То есть в комментариях, когда вы начинаете писать, если вы видите, предположим, там выше уже написан порядковый номер 10, соответственно, ваш порядковый номер идет 11 и так далее. То есть там 20, значит ваш 21. Только после этого вы пишете свой вопрос. Вопрос. Далее а, вопрос должен состоять только один. Вопрос должен быть короткий, то есть не пытайтесь в один вопрос вписать сразу два или три вопроса. Такие вопросы я рассматривать не буду. От вас обязательно имя, имя достаточно, не надо писать мне фамилию, и отчество, не надо описывать мне всю жизнь, мне достаточно имя и дату рождения. То есть пишем свой порядковый номер, пишем свое имя, дату рождения и свой вопрос. Все. Вопрос должен быть один. Расписывать не нужно. Пишем свои вопросы. В этом видео я обязательно отвечу каждому абсолютно. А как это все будет происходить? Акция идет один день. То есть на следующий день я эту акцию закрываю. А потом... Вам нужно просто ожидать выхода видео с вашими ответами. Видео будут выпускаться частями, то есть не целые полностью видео. И э, в определенном видео я буду ставить как раз вот порядковые номера, чтобы вы могли уже знать, что в этом видео есть ваш порядковый номер на ваш ответ, на ваш вопрос или нету. То есть Посмотрим, как сейчас у нас будет идти по вопросам. Я буду выпускать видео частями. То есть буду брать порядковый номер, там, предположим, от 1 до 20. То есть люди уже будут знать, что вот 20 человек, первые, кто написали, их ответы в этом видео. То есть, соответственно, следующее видео и так далее. Там начиная с 21 и так далее. Посмотрим, как по вопросам будет. Так что... Пишите свои вопросы, но я вас прошу обязательно соблюдайте правила. Это совершенно несложное условие. Написать порядковый номер не надо там сразу описывать вопросы. Написали порядковый номер, потом уже написали свой вопрос. Это нужно для того, чтобы не вы не путались и для того, чтобы вы могли получить ответ на свой вопрос. Соответственно, если вдруг не будет порядкового номера, то, соответственно, я смотреть не буду этот. Вопрос. Вопрос. То есть только по номерам, чтобы уже человек знал, что там он написал, предположим, там 30-й, да, он идет по счету, все. То есть он будет, и ждать, что 30-й будет просматриваться, соответственно, уже будет выходить видео. Так что пишите свои вопросы. Это идет первая часть данной акции. А следующая часть акции, где будет разыгрываться книжка, это будет уже отдельное видео.